Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон, и я Эдуард Питер. И после упорной ночи, когда я добил свой персень, я почувствовал, что надо отвлечься немножко. Это было сложно, это было трудно для меня, но я справился, и теперь я могу немного расслабиться и посмотреть какую-нибудь другую интересную область, допустим, в область анимации. Да? Я сейчас хочу вслед за одним английским товарищем американским сделать небольшой самолетик примитивный и заставить его летать. Что я, в общем-то, с самого начала хотел, да? Ну, чуть-чуть сделаем экскурс в эту простую анимацию. Вначале, сначала нам надо создать этот самый самолетик. Но он не сложный, поэтому не беспокойтесь. Я буду вам включать вот эту вот подсказку и будем с вами делать. И начнем с того, что удалим этот квадратик, который у нас всегда присутствует в сцене, если вы ничего не переделали. Так, Shift A, берем с вами цилиндр. В цилиндре есть, конечно же, параметры, которые мы говорим, что нам надо 8 граней. А, достаточно будет. И rotation по... Так, по Y, да, на 90 градусов. Вот так. Есть, готово. Перейдем теперь в Edit Mode. Вот так. И возьмем Scale. И проскейлим его вот на такую величину. Прекрасно. Далее мы просто-напросто возьмем Ctrl-R. Раз, два, три, четыре, пять. На пять частей разделим. Вот так. Это будет наш корпус. Хорошо. Ну, а теперь давайте формировать это. Кликаем два раза по ребру. Стоим в ребре. По ребру ставим в ребре. Так, итак, то есть нажимаем S просто, начинаем вот такой, допустим, да? То же самое здесь, S. Так. Довольно-таки быстро происходит все. Ну, тут я говорю, что вы можете делать так, как вам понравится. Но я стараюсь следовать этому. Турчику, который там, поэтому будем придерживаться строгих правил. Ну вот такой, я хочу немножко пузатенький самолет сделать. Так, вот, хорошо. Это, кстати, хорошее упражнение для лоу. Продолжим, перешли в режим точек, возьмем вот эту точку и вот эту. Так, и давайте мы ее сейчас просто-напросто раздвинем. А, нет, мы сделаем так. Мы возьмем эту точку, подвинем ее пум-пум-пум, G, вот сюда, по оси Y. Так. А эту точку тоже G по оси Y. Так. И немножко опустим G по Z, чтобы выровнять. Так. Здесь тоже, наверное, чуть-чуть. Хотя здесь все нормально. Так, дальше. Переходим к клавише 3. Выбираем шифтом. Потом говорим И. И вот так делаем. Далее экструд на Е. Выбираем вот так. И говорим, что S, опять же, по Y. Все, у нас шикарная кабина. Но вы знаете, честно говоря, я бы еще, конечно, по ребрам. Ой, блин. Это ребро. Это ребра.
Я бы их сдвинул S по X. Вот теперь оно красиво. Так, G по Z. Ну, прекрасная кабинка. Ну, теперь надо крылья делать, ребята, девчата. Ну, крылья мы с вами сделаем таким образом. Раз, два, три. Потом и. Вот так, допустим, да, вот крыло. Хорошо, теперь мы его экструдируем. Ну, смотрим спереди, видите. Видим, что у нас как бы оно не то немножко, поэтому выделяем сейчас вот эти полигоны, поднимаем их. GZ. Вот так. И даже немножко еще потянем по X, да? Вот так. Вот так, наверное, да? Будет хорошо. Дальше. Мы говорим, что давайте мы возьмем не Move, а Scale. Так, нет. Нам надо выправить вот эту штуку. Мы видим скосы, которые нам не нужны. Поэтому мы сейчас сделаем так. Раз, два, три. И вот за эту. Потянем до конца. Выпрямим. Так. Но нам бы необходимо еще и сжатие. Вот так, например, как у самолетика настоящего. Так, ну это не совсем еще похоже. Возможно, нам придется кое-что поправить здесь тоже. Ну, мы еще продолжим с вами обрабатывать. Возьмем обычную. Да. Так, так, так. И сверху посмотрим. И подвинем сюда G. Вот сюда немножко. То есть вот так должен быть самолет, правильно? Потом здесь в ребра перейдем 2. Вот этот мы потянем. Сверху опять же надо делать, чтобы все видно было. Мы потянем его по оси X. GX. Вот так. А этот, вот это ребра, потянем тоже G по оси X. Вот более так остренько. Вот так. А далее мы видим, что это слишком толсто. Раз, два, три. И мы это дело просто сжимаем при помощи S по Z. Та-дам. Вот так. Вот это уже более-менее. Теперь такое, чтобы... Так, секунду. Я только что вот немножечко все-таки сюда подвинул. То есть G по Y. Ну так, маленькое такое введение. Хорошо. Красиво получается самолетик. Разве можно что-то сказать? Отлично. Так, ну и чтобы придать крылу более симпатичную форму, давайте мы выделим любой из этих. И скажем Ctrl-R. Ctrl-R. И получим вот такую. Но она нас как бы не совсем устраивает, да? Поэтому возьмем сейчас с вами. Так. И сделаем ровно так. Вот так.
не совсем получилось. Сейчас попробую еще раз. То есть Ctrl R. Так. Так. Ctrl R. Сюда потащим. Сверху смотрим. Вот так. Вот мы сделали ровненько, допустим. Вот так. Почти что. Мои елки. Это происходит из-за того, что это очень далеко я пробую, так? Провозился-то здесь. Вот так, все. Готово. Теперь у нас также будет, если мы возьмем Ctrl-R. Кстати, где-то здесь находится тоже вот. Вот. Ну, я уже привык пользоваться сокращениями, то есть я выделяю ребро, говорю Ctrl-R, оно появляется, и я им доволен. Все. Так, а теперь здесь возьмем вот этот, потащим, этот G будет, и потащим по Y. Так, отлично. Вот здесь я не знаю, стоит ли. Давайте на всех случаях чуть-чуть. G-Y. Вот так. Ну да, получилось такое крыло. Ну, еще бы нам хвостовое переднее сделать и киль. А тут пропеллер же надо. Ой. Ну, я думаю, в следующем видео мы уже сможем закончить такую простенькую модельку. Так что до встречи, дорогие друзья.